Критик Рут Маккормик писал в 1973 году: «Голливуд, который с таким сознанием своей правоты и добродетели когда-то заклеймил «Соль земли» как подрывной фильм, и сейчас гораздо более склонен делать героями экрана преступников, высокооплачиваемых девиц легкого поведения и крестных отцов мафии. Потому что какими бы пороками не обладали высшие слои люмпинов, они остаются индивидуалистами и преследуют все ту же знакомую цель успеха. Ловкий деляга, который продает подросткам наркотики и наживает миллионы, для Голливуда стоит ближе к американской мечте, чем многосемейные люди, живущие в тесных домиках и объединяющиеся с соседями или товарищами по работе для защиты своего человеческого достоинства».